Лорен Оверетт. Никогда больше, так называется эта композиция. Слово о взрослой художественной гимнастике, да? Взрослых эмоциях, которые вполне подвластны на ковре в определенном возрасте. Взрослые эмоции демонстрировала Кахо. Да, очень обидно, что в самом начале упражнения, к сожалению, Кахо не поймала мяч на элементе мастерства, но он очень удачно откатился, что получилось так, что гимнастка не сошла с места. И, наверное, просто будет незасчитан элемент. Вот как раз мы это сейчас увидели, и очень удачно мяч откатился практически в руку. На данный момент это второй результат Кахо Минагава.